Kort video, lektion 1. Okay. Здесь есть предложение. Huset er stort. И здесь bilen er stor. И почему здесь используем буква T? А здесь без буквы T. Мы это делаем, потому что это слово «дом» использует «т». Окей. «Т». «Et hus» на английском языке. «A house» – «huset», «the house» на английском языке. И поэтому нужно «т» на прилагательное. «Huset er stort». Но здесь слово «bil», «bilen», «машина» – «en bil» на английском языке, «a car», «bilen», «the car». Это слово не использует «t», использует «n». Окей. Поэтому на прилагательное не будет буква «t». Окей. Мы только говорим «bilen er stor». «Bilen er stor». «Huset er stort». Нужно «t» здесь. Второй пример. Дерево. «Et træ». «A tree». На английском языке. «A tree». «Træet». «The tree». «Велосипед». «En cykel». «A bike». «Cyklen». «The bike». Okay. Træet er grønt. Дерево зеленое. Træet er grønt. Это слово træ использует T. Поэтому нужно T на прилагательное телексово, адъектив. Cykel, велосипед. Cyklen, the bike, er grøn. Это слово использует N. Поэтому не нужно T здесь. Окей. Только grøn. Без T. Cyklen er grøn. Велосипед зеленый. Cyklen er grøn.